Перерыв прошелся вдоль озера. Вот такой шатер прекрасный. С видом на озеро. Красотень. Там у меня палатка. Сейчас пойду к ней. Ну что, так уютненько, добротненько. Тут даже есть ступеньки. На этом шатре нет, а вот на том есть ступеньки в воду. Так что можно для тех, кто хорошо пожарил шашлыки, пойти и искупаться. Так, пойду своей палаточке. Перемещаться пока никуда не хочется. От переизбытка побаливает голова. Переизбытка кислорода. Так, слегка. Можно сказать, проходит. Так что как пройдет, может быть, куда-то и двинусь. Может быть, даже в сторону Ладоги. Пока иду по этим мосткам, прогулочным легким шагом. Круто. Мне тут по-прежнему нравится. Спокойное, тихое, доброе, светлое, уютное, чистое место. Вечерело, 19:40 почти, время искупаться. Это будет шоу. Купаются тут только пьяными, а я не пил алкоголя. Блин, плавки-то я забыл. Сейчас пойду за плавками.